ремонт глобально сделать в Сибири. Потому что мы эти все, весь этот бюджет будем защищать в республике. И на каждый этот вопрос я буду отвечать так же, как сейчас стою перед вами, только уже председателю Совета Министров. Почему выбрали именно воду, канализацию или мусорную машину? И мне никто не скажет, что приехал умный мэр и сказал, давайте купим мусорную машину. Мне скажут, хорошо, купим. А что-то глобальное останется в воздухе. Глобально это действительно канализация. Я вам приведу, я просто хочу вам сказать, чтобы вы понимали. Если село и поселок Новый Свет не научится работать с документацией, ничего у вас не будет. Этому есть яркий пример — город Судак. Вы можете обижаться на город Судак, можете не обижаться. В городе делается, у вас все стабильно. У вас нет ни одного проекта. Это не вина гажан сейчас. Надо заниматься чем-то конкретным. Вот если вы хотим делать канализацию, давайте, заказывайте проект, делайте его. Я помогаю пройти управленческую экспертизу, и мы тогда смело выходим и говорим, вот республика, от вас надо 1 000 000 гривен. Все. Важно нет. Сейчас. Ни один вопрос, связанный с селами, связанный с водой, канализацией, не надо софинансирование, идет бесплатно. Город должен идти на финансирование 40%. Поэтому мы честные в городе Судак начали строить в селе Миндальное. И мы передали объект из завершенки в село Миндальное, Степик выиграл, чтобы он его принял. Я вам всем подскажу, мы за этот год много чего уже сделали. Но надо заниматься этим. Мы депутаты должны голосовать за это. Вот, Владимир Николаевич, давай. Действительно, вот тот вопрос, который сегодня поднимает, очень важен. И сейчас не надо уводить в сторону другие вопросы. Это главный вопрос, вопрос канализации. Он касается не только нашего села, он касается, во-первых, всего региона нашего. Если здесь нечистоты попадают, он не везде распространяется. Правильно, да? Что там? Ничто не мешает этому. Давайте собирайте сессию, сядьте, поговорите сейчас, примите решение, сделайте обращение в руководство солнечного камня, на шахту засядьте, получите официальное подтверждение. После этого коммунальное предприятие должно взять на баланс то, что есть зените, какие-то сети, что будет проектировать, хоть что-то, чтобы у вас было. Заказывайте проект, начинайте проектировать. Депутаты проголосуют за выделение денег на проекты вперед. Но тогда у вас реально будет перспектива развития села. Если мы будем говорить, давайте другое, я не против. Это ваше. Вам ничего не надо, канализацию надо в первую очередь. Понимаете, освещение, столбы, мусорники, машины, это все текущее. Это можно сегодня вывести трактором, можно лампочку такую вкрутить. А канализации нет, город стоит. Село тоже стоит.